всех каждый день. Это будут 4 самых жарких дня этого года. Приехала технического персонала, артистов, коллективов, визажистов, костюмеров. И это действительно сложное мероприятие, но я надеюсь, что у нас все получится так, как мы запланировали. Это любовь, это радость, это праздник. Дай Бог всем любовь, это еще раз показывает, что Азербайджан — то место, которое всех объединяет. Жара – это, она как танцы, понимаете? Когда не хватает солнца, когда не хватает немножечко тепла, мы с этим можем спасать танцы. Я об этом говорю постоянно. Они оставляют эти негативные эмоции позади и дарят счастье. Как витамин D вообще? Заряжайтесь витаминами. Пока вы в Баку, максимально наслаждайтесь. Жара сумасшедшая, и тут это единственный фестиваль, который, спасибо большое, на котором тебе дарят подарки. Это единственный фестиваль, на котором он соответствует названию. Знаешь, потому что бывают фестиваль там Гальджубаса, раз, и никто не курит. А тут действительно жара. Тут жара, тут жарко, тут много костюмов, тут много горячих людей. Моя горячая жена приехала, да. Так что тут горячий люля-кебаб, спасибо за него. Самый лучший в мире, серьезно. Он подтверждает. Ты спросил привет Баку, вот мы выражаем. Привет Баку за люля-кебаб. Рад быть здесь, на жаре, в Баку. Огромное спасибо за такой дисциплинный прием. Конечно, у меня, как всегда, волна любви, волна музыки. Но у меня сегодня будут две абсолютно разные песни, поэтому хочется и потанцевать, и спеть душой. На сцене много любви будет? Я вот очень громко узнаю. I'm very happy to be here, and people talk about this festival that has been growing like crazy the last year. На сцене в Баку. Ольга, жара это? Жара это Ольга Бузова в бассейне.